Да. Начали. Здравствуйте, меня зовут Нестерова Александра, мне 14 лет, исполнилось 22 октября, совсем недавно. Я снималась в фильме «Измена» Кирилла Серебренников и «Звено» Роман Романовский. Помимо школы занимаюсь спортом, но не профессиональным. Я занимаюсь танцами, йогой, боксом. С папой. Молодец. Да. Стихи знаешь? Да. Давай. Я бы хотела рассказать стих Сергея Есенина. Хороша была Танюша, краше не было в селе. Красной рюшкою по белу сарафан на подоле. У оврага за плетнями ходит Таня в вечеру. Месяц в облачном тумане водит с тучами игру. Вышел парень, поклонился кучерявой головой. Ты прощай ли, моя радость, я женюсь на другой. Побледнела, словно саван, схолодела, как роса. Душегубкою змеёю развелась ее коса. Достаточно.